Եվ այսպես ուշադրություն։ Ռուսերեն լեզվով այս տեսանյութը ցնցել է ողջամածանցը։ Բոլոր հայերը պետք է տեսնեն սա։ Ալիևին դեռ սենց չեն խայտառակել։ Тревожные отношения Рашиды Дати с Азербайджаном. Мурат Папазян, Ара Таранян и Патрик Карам предупреждают об отношениях кандидата в мэры Парижа с руководством Азербайджана. Мэр 7-го округа действительно известен своей близостью к авторитарному и недемократическому азербайджанскому государству. Она была членом Совета директоров Ассоциации друзей Азербайджана, считавшейся главным инструментом и корной дипломатии во Франции. Однако это нефтедиктатура, которая попирает право своего народа и представляет собой постоянную угрозу миру на Кавказе, в частности, угрожая Армении, также представляет опасность для моральной целостности европейских властей, подвергающихся нападкам со стороны ее попыток подкупа. Нужно ли напоминать вам, что госпожа Дати, которая подтверждает свою поддержку Баку, в 2017 году выступила против расследования Европейским парламентом попыток Азербайджана незаконными средствами повлиять на лиц, принимающих решения в Европе. Приверженность Рашиды Дати режиму Алиева была ярко продемонстрирована во время роскошного ужина «350 гостей», организованного ею в саду музея Родена 15 сентября 2011 года в честь первой леди Азербайджана госпожи Мерхибан Алиевой, супруги деспот и возведен в звание вице-президента. Ее поддержка этого режима никогда не отрицалась, о чем свидетельствует поздравление, которое она направила своему лидеру Ильхаму Алиеву 11 апреля 2017 года в связи с его президентскими выборами, бойкотированными его оппозицией и осужденными правозащитниками. Я хотела бы предложить вам мои искренние поздравления и наилучшие пожелания на этот новый срок полномочий. Возобновление доверия подавляющего большинства граждан Азербайджана к вам подтверждает ваше лидерство, заявила она, тем самым поддерживая мошеннические процедуры, которые совсем недавно были повторены во время выборов в законодательные органы 9 февраля 2020 года. Полагая, что Азербайджан является примером для всего мусульманского мира, и это несмотря на его доказанную низость, оно воздало ему большую дань, установив 19 сентября 2016 года азербайджанское село на Марсовом поле, в сердце его крепости в очень шикарном 7-м округе Парижа, где также обосновался культурный центр посольства Азербайджана. Премьер-министр Франции принял участие в ежегодном ужине Координационного совета армянских организаций Франции. Во вторник 8 февраля в Париже прошел ежегодный ужин Координационного совета армянских организаций Франции, в котором принял участие премьер-министр Франции Жан Кастекс, представляющий президента Эммануэля Макрона, а также кандидаты в президенты и председатель Совета региона Аль-де-Франси Валери Пикрес и мэр Парижа Ан Идальго. В ходе своей речи Кастекс заявил, что Франция и Армения – это двенцы-сестры. Помимо этого, он добавил, что государство работает над разработкой правовых инструментов борьбы с отрицанием геноцида армян и ненавистническими высказываниями в интернете. Премьер также отдал дань памяти молодым армянским солдатам, погибшим во время 44-дневной войны 2020 года, напомнив, что президент Макрон был первым главой государства, который осудил агрессию Азербайджана и турецкое вмешательство в конфликт. Наши усилия будут продолжаться до тех пор, пока Азербайджан не освободит всех задержанных, отметил Кастекс. Организаторы вечера Ара Таранян и Мурат Папазян напомнили также об опасности, которую представляют сегодня Турция и Азербайджан для Армении. Более 150 политических деятелей, журналистов, представителей СМИ, спорта, а также различных диаспоральных организаций приняли участие в ужине. Лапшин прокомментировал вчерашнее заявление Пашиняна. Только граждане Армении решают, сколько пощечин потерпят от Лукашенко. Известный блогер Александр Лапшин, который несколько лет назад был задержан в Беларуси в рамках объявленного Баку международного розыска за посещение Арцаха, затем экстрадирован властями Беларуси в Азербайджан, коснулся вчерашнего заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна, касающегося обстоятельств своего ареста. Лапшин, комментируя Пашиняна, в частности, написал:
Многие просят прокомментировать вчерашнее выступление премьер-министра Никола Пашиняна в парламенте Армении, где он упомянул меня в контексте хамских заявлений Лукашенко насчет армян и Армении. Общий смысл таков, что, отвечая оппозиции, он обвинил их в том, что они, будучи у власти в период выдачи меня Азербайджану из-за посещения Арцаха, проигнорировали пощечину интересам Армении. По факту Никол Пашинян прав, поскольку именно он был единственным армянским политиком, который открыто заявил протест в связи с незаконным арестом меня в Минске и выдачей Азербайджану. Более того, именно Пашинян организовал акцию протеста перед посольством Белоруссии в Ереване, требуя выслать из Армении их посла. Но он был в оппозиции, а что касается действующей на тот период власти, то высказался лишь вице-спикер Эдуард Шармазанов с осуждением действий Белоруссии. Все остальные чиновники высшего ранга, включая главу правительства, Сержа Сарксяна, молчали. Еще в мою поддержку высказывались лидеры Арцаха, такие как нынешний глава МИД НКР Давид Бабаян. И все же, было бы несправедливо говорить, что старые власти совсем уж ничего не сделали в вопросе моего ареста за посещение Арцаха. Например, один очень известный в Армении бизнесмен лично встречался в январе 2017 в Минске с Лукашенко и передал ему месседж персонально от Сержа Сарксяна. Бывший глава армянского правительства через этого бизнесмена донес до Лукашенко недовольство властей Армении происходящим. На что Лукашенко ответил этому бизнесмену, цитата: «Мне надо платить Путину за газ, но нечем платить». Поясняю, Лукашенко решил использовать ситуацию с моим арестом, чтобы выторговать у России преференции в поставках «Газпрома». Когда в Москве ему дали понять, что метод шантажа с Москвой не пройдет, он метнулся к Алиеву и намекнул, что вместо Азербайджана выдаст меня России или Израилю, если не услышит от Алиева более выгодное предложение. В итоге он получил 60 тысяч тонн нефти через нефтепровод от Саброды, оплаченных из азербайджанского бюджета. И все же, у Никола Пашиняна есть возможность показать, что в отличие от старой власти, он не потерпит новых пощечин Армении. Посудите сами, Лукашенко, выдавший меня Азербайджану, снова оскорбил армян и Армению, но кого вызвали в МИД Армении для вручения ноты протеста? Посла Белоруссии, Александра Конюка, который в бытность его генпрокурором Белоруссии лично подписал мою экстрадицию в Азербайджан за посещение Арцаха. На мой субъективный взгляд, само присутствие Конюка на армянской земле – это и есть пощечина армянскому народу. Более того, посол Конюк объявлен персоной нон-грата в Европейском Союзе за участие в жестоком подавлении протестов в Белоруссии летом 2020 года, и белорусский народ считает его преступником. Даже в Ереване посла Конюка полностью игнорирует дипломатический корпус стран Евросоюза. Он единственный иностранный дипломат в Армении, которого не пригласили 14 июля в посольство Франции на празднование Дня Республики. Но я далек от армянской политики, и только гражданам Армении решать, сколько еще пощечин они получат от Лукашенко и его приспешников.